Аттракционы в Советском парке уже готовы зимовать, а вот территория парка еще нет. Здесь кипит работа. Одно из самых больших общественных пространств в регионе меняет облик в рамках национальной программы формирования комфортной городской среды. Проект реконструкции довольно большой, поэтому в городской администрации решили делать все поэтапно. Объем финансирования, запланированный на этот год в рамках муниципального контракта, около 30 миллионов рублей. Примерно столько же планируется направить на реконструкцию парка в следующем году. Первый этап работ, который начали 1 августа, завершен на 80%. Строители избавились от торговых павильонов, сняли асфальт и взамен уже почти уложили плитку. Вдоль пешеходных дорожек активно поработали агрономы, посадили новые кусты и деревья. До конца недели обещают нам подрядная организация закрыть плитку, то есть укладку тротуарной плитки. Вот. На следующей неделе приступить уже к монтажу светильных опор. То есть это полностью здесь попало в первую стадию проекта, полностью реконструкция освещения. То есть будут демонтированы старые на линии освещения и будут установлены новые. Открытым остается вопрос благоустройства территории у центрального входа. Именно в этой части запланированы самые значительные изменения. Например, полностью поменяют главный вход. Центральная площадь превратится в большую фотозону. Здесь же установят сразу несколько арт-объектов. Самым главным станет надпись «Парк Советский» высотой под 3 метра. В городской администрации уверены, новый облик самого большого парка в Советском округе изменится до неузнаваемости. Но нужно набраться терпения, потому что все малые архитектурные формы еще делают. Я думаю, что и подрядные организации подтянутся, и основные работы будут закончены. Но у нас прежде всего волнует это освещение и укладка всех покрытий до устойчивых морозов, чтобы у нас, собственно, качество не пострадало. То есть это плитка, но асфальт уже уложен, и плитка тоже уже заканчивается, основные работы по укладке. Какие-то работы можно выполнять уже в более холодный период, но я думаю, что в критический путь по основным работам мы не попадем, мы все сделаем в рамках плана. Контроль за качеством работы ведется строительным надзором и администрацией города. Первую очередь благоустройства Советского парка планируют закончить в течение 2 месяцев. Но на этом обновление не закончится. Планы благоустройства расписаны на 2 года вперед.